Всего боюсь. Калека стать не хочу. В плен боюсь попасть. Меня всего коробит. Перестань. Я с тобой. Съемки фильма – это одна из наших общих мечт на всю планету. Каждый хочет посниматься, либо мечтает об этом, по крайней мере. Ловились я на мысли все люди, что кино – это очень такое притягательное, очень далекое что-то, заоблачное, недостижимое. А для меня это было практически то же самое. Опыт был, но не такой большой, не такой широкий. А сон приснился. Сон приснился, где я с вторым главным героем, Саша Барановский, актер из Москвы, наш новосибирец, где мы с ним снимаемся, у каждого по две роли. Роль правнука и роль прадеда. Все, я проснулся и начал сразу работать. Ну, то есть схватился, зацепился за эту идею, не отпускал ее никогда. Она разрасталась, становилась больше, больше народу, больше людей подключалось. Когда мы дошли до съемок уже, оглядываться назад уже было даже страшновато маленько, но пути назад уже не было. Дело в том, что фильм снимался на мои личные средства, и по-другому никак это невозможно было сделать ни через отдел культуры, ни через министерство. Кино снимают энтузиасты в нашем городе. Но, как я уже сказал, проект разросся, денег стало не хватать, несмотря на... Ну, то есть просто не хватает денег, и пришлось пойти с шапкой по миру, кинуть клич. И люди перечисляли, кто-то 50 рублей, кто-то 500, кто-то 5 тысяч, по-разному. Потому что прониклись идеей, плюс ко всему это был проект к 70-летию Победы, что очень важно и очень актуально было. И по материалам, которые мы выкладывали в интернете, по нашим демо-роликам, там, тизерам, фото-отчетам, было видно, что люди работают, что они не просто так все. Хотелось, конечно, к маю успеть премьеру показать, но случилось, как случилось. Это художественный фильм-драма о конфликте поколения, о сохранении памяти наших предков, наших дедов и прадедов, которые воевали, которые защищали, которые пропадали без вести, гибли и так далее, и так далее. А чьих имен многие не помнят, даже родственники. Вот об этом, собственно говоря, суть фильма в этом. И мы сравниваем два поколения, молодежь современную, не худшую, не лучшую, обычную молодежь, в меру тусующуюся, в меру беззаботную, и их, в общем-то, далеких пращуров, прадедушек, отношения между собой, дружба, любовь, отношения к женщинам, к родине и так далее. В общем, вокруг этого завязывается сюжет, который держит зрителя в напряжении и в конце дарит очень теплые чувства. Если будут писаться книги, сниматься фильмы, если будет упущен этот момент, что происходит на самом деле в странах, бывших республиках, и, да и у нас тоже. Если не делать ничего, то ничего и не будет, есть такая поговорка, да? Соответственно, конечно же, абсолютно бесспорно, для меня это ясно как день, что утрачено очень много. И память стирается. Фильм начинается со слов: время безжалостно стирает память о прошлом, каким бы ярким оно ни было. Для примера я всегда привожу гражданскую войну, Первую мировую. Много ли мы сражений помним нашей царской армии, командующих фронтами, героев этой войны? Я думаю, что нет. И Великая Отечественная также может быть позабыта легко, если не напоминать, особенно молодежи, об этом. И да, со мной могут спорить, что у нас есть и ученые молодые, и деятели культуры молодые, спортсмены. Хороших ребят очень много. Но откройте глаза, посмотрите по сторонам, что происходит на самом деле. Не помним ничего. Почти все роли, которые более-менее серьезные, требующие актерского подхода, они исполняются новосибирскими актерами. Театр. По количеству съемочных дней, я полагаю, это было около 30 съемочных дней. Они были все растянуты во времени с мая по октябрь. Потому что мы были очень сильно привязаны к графикам актеров из Москвы. Александр Барановский, Дмитрий Мазуров, они приезжали в свои окна, то есть в момент, когда они были свободны. И тут были определенные сложности организации, но мы все победили и все получилось. В дальнейшем мне, конечно же, очень хочется показать,
широком смысле Новосибирску этот фильм, потому что фильм про наш город. Нас очень сильно касается, и вроде как и учителя, которые ходили на фильмы, ну, отклик от зрителя очень, очень теплый. Ну, здесь вот сложности есть определенные, потому что существует понятие, как рекламная кампания, и тут я пока что взял небольшой тайм-аут перед, так скажем, второй волной показов. Но у нас впереди еще майские праздники, а затем будет 75-летие начала Великой Отечественной войны, то, о чем в фильме как раз рассказано, хороший экскурс в историю. Может быть, еще у меня есть шанс показать фильм городу.